Ребята, всем доброй ночи. На часах 1:30. Приехал с работы. Работа у меня пока временная. Ребята, таксую. Помимо самостоятельных индивидуальных тренировок, ребята, как вы знаете, перевожу людей, общаюсь. На этом немножко вот зарабатываю, ребята. Вот тачка. Сегодня вот часов 6, наверное, подряд таксовал. Ну, может, чуть больше. Я так уж не засекал. Как я уже сказал, 1:30, ребята, спина устала, жопка устала, целый день, грубо говоря, сижу в машине, выхожу иногда, так немножко разминаюсь. Сейчас приехал к дому, пойду на турничок, ребята, запрыгну сейчас и сделаю упражнение на пресс. Ручки сегодня я уже качал, утром немножко тренировку делали индивидуальную. Вот, сейчас решил, несмотря на такую позднюю ночь, сделать 3 подхода прессика, ребята, чтобы пресс был в тонусе. Скоро, как вы знаете, пляжный сезон, надеюсь, лето будет теплое, будем загорать, поэтому пресс надо подготовить к пляжному сезону. Ребята, вот подставку я приготовил, вот этот вот штатив. Сейчас камеру поставлю и... Для вас специально засниму видео 3 подхода на прессик, ребята. 3 разных подхода на пресс. Увидите сейчас. Я думаю, будет интересно.